Всем привет! В этом видеоуроке я хотела бы вам показать, как сделать вот такие небольшие цветочки крючком. Делаются они очень просто. Берете пряжу, делаете кольцо амигуруми и крючком закрепляете первую петелечку. Вот так вот. Теперь делаете 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И соединительный столбик делаете в кольцо. Теперь снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Снова соединительный столбик в кольцо. И выводите вот это. Снова 1, 2, 3, 4. В кольцо соединительный столбик. И так нам нужно сделать всего 5 раз. То есть 3 раза мы сделали. Теперь снова 1, 2, 3, 4. Четвертый раз. И последний раз. 1, 2, 3, 4. И 4. Снова в кольцо. Теперь берете за краешек, за кончик нашего кольца воздушного. Вот так вот стягиваете. У нас уже получился такой небольшой цветочек. Теперь что мы делаем? Соединительный столбик прямо вот это колечко первого лепесточка. Вот так вяжете соединительный столбик. Теперь 5 столбиков с одним накидом. То есть, вот смотрите, делаете накид. Первый столбик вяжете в сам лепесточек. 1. Снова накид. 2. Снова накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Соединительный столбик делаете в эту же петлю. Теперь снова переходите к следующему лепестку и делаете соединительный столбик. Вот, сделали соединительный столбик. Теперь сюда тоже делаем 5 столбиков с одним накидом. Делаем накид. Первый столбик. Накид. Второй столбик. Накид. Третий столбик. Накид. Четвертый столбик. Накид. Пятый столбик. И соединительная петля в этот же, в этот лепесток. Теперь переходим к третьему лепестку. Тоже соединительная петля. Накид. И сюда тоже 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик. Второй столбик. Третий. Четвертый, пятый. Соединительный столбик в эту же, в этот же лепесточек. Так, я сейчас пятый доделаю. Соединительный столбик. Переходим соединительным столбиком в следующую петелечку. И сюда также довязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Соединительный столбик. Сейчас я вот пятый доделаю. Соединительный столбик в эту же петлю. Переходим к последнему нашему пятому лепесточку. Соединительный столбик в петельку. И 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. Соединительная петля. И делаем вот здесь вот соединительную петельку. Вот здесь вот первый, ну как между, получается, в первую петелечку. Вот я сейчас довяжу, я пятый распустила столбик. Соединительная петелька. И соединительную петельку делаете снова в столбик, захватывая первый лепесточек вот здесь вот. Вот так. И стягиваете теперь наше воздушное кольцо амигуруми. Здесь вы ниточку вот эту можете обрезать немножечко, оставьте для пришивки.
ниточку вот так вот. Вот здесь вот все стянули. Зафиксируйте с обратной стороны начальное наше кольцо, которое мы набирали. Вот я здесь вот так вот в петельку нашу выведу, воздушную сделаю. И еще одну воздушную в эту же и затяну. Вот я зафиксировала, чтобы она никуда не расширялась. Этот краешек я оставляю. Можете тоже его вот здесь вот зафиксировать одним стежком в два бока, чтобы оно как бы, ну, было сдельно. Вот. И вот так вот сделаем, зафиксируем тоже вот так воздушную петельку, ну, чтобы соединить как бы наши две стороны лепестка. И расправляете вот так. Получился у вас вот такой замечательный цветочек. Таким цветочком можно украсить разные кофточки, платьишки, в общем, пинеточки. То, что захочет, тот и украшает такими цветочками. Я надеюсь, вам видеоурок мой помог. Понравился? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!